Вот, я же в Улеме. Ну нет, вот там хули паладин, вообще пизда, ну пушка. Он соло танка подымает. Бля, братан, спекайся с ретрика. Он охуенный хил, я тебе отвечаю. Братан. Нет, нет, он реально охуенный, просто там освобожденка кинул. Я уже в Улеме. Блять, он заблудился? Потерялся. Фейс-контроль не прошел, но дали. Мне скажешь, когда запустишь, я подойду. Все тут, значит, да? Да, я тут. Дайте быстренько. Я очень... Ты можешь подняться наверх, ёбаный в рот? Объясните, что надо по центру. И два смайлика мне отправляет. Лок, ты не знаешь, где лич? Что-то мне подсказывает, что сейчас будет интересная лужа со сохранением. Я уже в Элиме, он сказал, что если ты добро дашь, он спекнется. У меня говно 60-й хил, ёбаный в рот, он 70-й. Братер, ты 70-й, я 240-й, блядь. Какой 70-й? Короче, спекайся. Слышишь, японец, подставь от тьмы, там будешь мастер аур тыкать, как крутой пацан. Спасибо. Да окей, хорошо. Знаю. Ну, как бы, если честно, лича я не хилял. То есть именно вот... Ну, только в миле, короче, и все. С Настюком... Да говно шмот, 46-й. Да, хилить надо только танка. Я сплю. Чего? Я рейд похилю. Частицы же чё? Кто? МТ, кто ОТ? Что, Лёш? Я говорю, просто тыкай и всё. Ну да, у меня один спел. Ничего особо делать. Разве ауру залейте ману тогда? Я не успею попить ману, залейте. Молитвами Христовской от тьмы. Смерть, Артас. Более быструю, диспелить чем... надо чуму или нет? Или будет из вас этим диспелить? Да, по диспелю чуму киньте мне СС, потому что я, блядь, сплю вообще не... Я помогу диспелить, на холипале помогу по диспелить. Ой, прекрасно, по диспель, пожалуйста. Вижу на престиле диспелить. Только сразу, блядь, а не через 3 секунды. У вас даже без ДБМа пишется, на вас чума.
Бивантус. Маг, чума. С чумой маг. Блин. Ты сейчас был с чумой, а что ты стоял-то? Это с магазки. Угу. Хорошо. На пульте духа. Да. Второго духа на пульте, ребят. Сферу по-братски слейте. Пар, забирай духа. Третьего духа. Пар, духа забери. Одна. Сферу. Плеча. Охуенно. Да. Кайф. Потому что этого гневного духа не приводят, блин, в центр. Да тебе не похуй. Конечно, мне не похуй. Чё у нас умер, Вар? Ему похуй, он стоит, посмотри. Что за хуйня? О, он завис. Исполнение. Трусы. Рили. Да. Там сухой только один нос. Ну, можно и не рдать. Охуенно. Это пинки лагают. Дал на ману, короче. Ой, ты не рдай по мосе. Там сова может кого-то резнуть. Вроде. Да. Может, трамбомка? Ох, да. Ебать. Отлично, меня не хилили. Да это все, падайте. Да хилили тебя опустили с 85% за секунду.
Я встану с СС под него. Там маг, короче, завис, который в осквернении стоял, он потом вылетел. Минус 50 надо было жать, паладин. Такие моменты, когда и вальки осквернение. У меня вопрос к танку, который танчил духа. Почему ты духа не подвел к личу в центр? Почему ты встал на краю, на самом краю, и в соло его там долбил? Нахуя? Ты что, пьяный? Он тактику не знает, он просит рассказать ему тактику, блядь. Духа. Просто переводишь в центр, вот в самый-самый центр, вот где сейчас стоит Тирион Фордринг. К личу просто встаешь, отворачиваешь его от рейда, чтобы он не дынул и дал, не дал сало по всем, все. Тыкните джойстика, пожалуйста. И вам зачем? Дживса можно, пожалуйста, ребят? Есть какой дживс? Ого. Чё это? Вернулся? Блудный сын. Да, здесь. Неужели прибыли на нас... Дайте лапу. Мне бросить ледяной. Лапу нажмите, да. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Меня что, не слышно? Ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. 10 секунд. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего. Да, вижу, да.
Выйди, Войд. На мел. Должен еще вордалаков забирать на себя. Танк, который... Дневного на пол. Зачем он его таунтит, я не понимаю. Нахуй. Агро не хватает у танка. Разрыль, пожалуйста, триню Синдры, я спать пойду. Потому что я ролю на танк. Хулипал упал, если что, прохиливайте танк. Бэронти хулипал кто? Прохил, прохил танка, отдал 50. Дневного добейте. Нинер, дайте по хули паладину тогда. Решили бить. Сука. Парно, беги ты, дай чардж. Скорее. Кому БР, кому? Ебало, Валик, разбегитесь, сейчас осквернение будет. Сова, блядь. Какая сова, это танк разлил. Там сова бегала в луже. Просто со 100% упал. Шот. Там и все. За секунду, реально, за миллисекунду. Я там как бы не прохилил бы никак. Вернулся он в спину, тебе ударил, в спину у тебя нет брони.
шотнул. Ну, эти ебучие осквернения в центре. Мой, выносишь осквернение. Конечно, он за тобой побежит и в спину тебя хуйнет на фулл хп. О чем ты думаешь? Ты вара кикнул, что ли, он сам? Ты убегать должен боком. Боком. Я забагался. Так, я сейчас, минуту. А чё целка не заходит? Это же основная элементарная тактика. Ну сколько ты времени играешь за танка? Ты же понимаешь, наверное, что когда ты спиной поворачиваешься, у тебя ноль брони для любого моба. В ПВП ты играешь, где угодно. Почему разбойник вскрывается с чёта, блин, тебе в спину? Потому что в спине у тебя меньше брони, блин. А тут босс, блядь, ему же лич. Только танк. Ну, лок и все. А кто второй танк? А первый? Куя. Всем привет. Вар, нужен 270-й? Да. Ну не в гильдии, а так чисто меня позвали. Император Шам. А есть у него? Сейчас, секунду. Я за него не ручаюсь, говорю сразу. ФГ плюс они. Три плюса, да? Ну я жокер, бля, расслабься, блядь. Вот этот овербаш. Да. Не осум. А, кстати, там император есть, Рестер Шаман, кстати. Да, он уже спалился. А, молодец. Ну, ваша куда есть уже два, блядь, Рестер, блядь. Да. Без проблем. Да, еще. Вара нету. Япончик. Япончик. Так. Да, что? Что? На что? Клык, ролл, кидай ролл. А, на клык кинул ролл. Ты выиграл. Да. Ты издеваешься, да? Я... Да, клык? Да. Сейчас, секунду, бля, еще раз умните, блядь, потому что я вещи... Да там я сорвал, блядь. Я скидывал, а все равно сорвалось. Да, ты дал бы ее. Да, да, пришел, сейчас я буду. Я на месте.
Баф раздайте. Каску повара, может? Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Бафните кресты. Мне бросить ледяную скорбь. Доберите двух ДДшников, блядь. Да похуй. Так нормально. Тут поверь, проблема не в нехватке ДД. Далеко. Как раз таки наоборот, блядь. Вообще нету проблем в ДПС. Его слишком дохуя. Типа, блин, пал поворачивается спиной, минус 25% брони, минус весь уклон, минус парирование, блядь. Охуенно. Смотри, они вдвоем не могли, блядь, одного духа. Самая охуенная ошибка, которую может допустить танк. Диспелем. Быстрее реагируете на чего? Моментально я диспелил. Я имею в виду не диспел, а выносить. Скиллы дотягиваются. С меня. Да ничего. Все, не вынеси. Того духа. Сейчас. Mm-hmm.
скверни. Я в кружке хлюпал. С корнением. Там трусы. Вернение. Смежная. На малый круг встаньте. На край. Я проморожу вас насквозь, и вы разлетитесь на ледяные осколки. Сейчас будет очень много сфер. РДД, работайте по сферам. Шаклом. На промазке меткости ни хрена. Да остановитесь. Бабл спасает мир. По краям, не по центру, по краям, блядь. Не надо нам лужу в центре. Залечаю.
Две тысячи не добил, блять. Но мой моб жил. По времени. Там по времени не хватило мне. Жмёт нахуй. Нет, не могу я, блядь. Что за хуйня? Блядь, дайте кто-то БР. Дайте БР, дайте БР. Чё, есть мана, гимны, хуй знает чё. Да, блядь, хилить уже нечего. Лучше, блядь, ханта прохилить, да нахуй. О, это 5, блядь. Это я. Чего хилить нечего? Дайте, блядь, ГП этому человеку, блядь. Даже если он не в гильдии. Бабл таунт, нахуй нет у меня в ретри таунт. За один пул два гильдийца обосрались до бищи, блядь, вообще пиздец. Идите вы нахрен, блин, с 12. Чтоб я, блядь, вас не видел вообще ни разу тут. А как это в ретри таунт, блядь, если есть? Если я... В холле это сделал. Забаблил, затаунтил. Я же затаунтил. Это... У меня вопрос. Вот это, Овербаш пишет, что он исправил. Я думал, ты сретаунтишь сразу. Ну, то есть я его отвел, я думал, ты сретаунтишь. Потом, да. Но поначалу можно. Я сижу и думаю, блять, сквернение дождаться вынести или нет? Нихуя. Я просто, знаешь, когда первый вайп должен был быть? Когда все милики бегают за боссом, блять, по центру хуярят. Просто вот, ты посмотри, все милики полностью за боссом хуярят. Лёш, ты тут? Меня завтра не будет. Это лут. Ну не будет, да не будет. Да, у меня не получается завтра. Он написал, поссать пошел. Давай запускай. Проще что? Здесь, нет? Да. Продиспелишь. Что именно? Диспелить. А чё диспелить-то, Лёх? Говорю, что надо, чем можно диспелить? Сало от духа. Это та же. Если что, продиспелишь. А чё, адмирал слакает, что ли, здесь был? Да, я здесь курю. Я же говорю про диспелишь, если что. Я понял тебя, короче. Да в стороне стой. Да ты встань сразу под туда, под ширкарей. Да не, я... Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и... Вероятность того, что чума на меня кинется, очень маленькая. Это первый нюанс. Второй нюанс. То, что она на меня кинется два раза, это еще меньше. А то, что она на меня война, три кстати, раза, кинулась. Это невозможно. Ладно. Ну да, наверное.
Да я тебе говорю, типа, если бы сейчас просто 10 человек с рейда нахуй кикнул, мы бы, ну, мы бы 15 убили, спокойно. Просто меньше вероятности вайпа бы было. Точнее, ее бы вообще не было. Как он его убил? А тут надо именно убить, это и уже который раз. Тут тебе дается время, одна минута, за минуту не убил, все пиздец. Мелком. Кто диспейдил, блядь? Заберите мелкого. Чума по рейду сейчас пойдет. Опа, видели? Я вынес. Я маленького забрал. С чумой. Хорош. Угу. Все классно. Меня только заберите. Я нормально его забрал. Валькира, твой
сейчас звездочка стояла. Сквернение. Прыгает. Ну, слушай, чувак, прыгал. Восквернение выпрыгивал из него. Я охренел. А если Валька человека затянула в лужу, лужа растет? А чего она росла сейчас? В вальках не работает. Пиздец, блядь. Че, мы убьем эту хуйню сегодня, не? Сами не заебались? Диагноз, блядь. Конечно, да. Пекни меня в ДД. Ну реально, потому что это пиздец. За клыком я на паладина не стал заходить, пожалел, блядь, по дамажу. Теперь дожили, блядь, хиласпи. Да, да, рок-мастер тоже бежит. Враску позови. Дайте третью ауру вместо льда.
хваленые силы света. Поменяйте фантом МП5 на кулак. Даруем тебе быструю смерть. Я гаски раздал 8 бро, если чё, всем. За то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Мучение сам. И будешь молиться. Ёбаный в рот паладина, вы можете с бафами разобраться или нет? В чём, блядь, проблема такая? Твои отчаянные крики послужат доказательством моей бесконечной мощи. Может, Геру складывать? Да. А кто дал войско мертвых? Тёт? Ну, блять, пиздец. И чума на трупе лежит. Если типа. Нет. Будете грез. Может, у него в откате. Да, бестолковые паладины, дайте хотя бы каску, заебали. Кондруба, блядь.
Ромбику стан, стан. Бля, сова ебаный, вроде, да, иннер по императору. Ник. Ой, блядь! Чё это было, ну? У нас сова все стояла в одну точку. Да, сова стояла очень долго. Это какой-то еблан прям. Я весь бой смотрел, как он звездоголь кастил. Нормально. Я отбегаю от него в сторону. В итоге, блядь, кто виноват-то? Блять, это больше шанса осквернения вот таких вот ебучих. Может, ну я нахуй в натуре. О, ник многообещающий. А когда будет допрано, скажите, чтобы я пришел тоже. Паладин, если он про. Дайте портал. Я ему уже отдал. А, он у тебя. Да, да. Бля, я могу сейчас нормальных челиков парочку добрать. Прям заряженных. Бать уже сколько времени прошло, блядь.